Карантинные ограничения ужесточают на севере страны. Там растет число ковидных пациентов. Сейчас в регионе закрыты на карантин 6 населенных пунктов. В будни изменится график работы торгово-развлекательных центров, магазинов, бань и саун. Им разрешено работать до 10 часов вечера. На выходные же эти объекты, а также крытые вещевые рынки, фитнес-залы и крупные ТРЦ будут закрыты. Прекратит курсировать в выходные и общественный транспорт. Горожанам запрещают посещать парки и скверы. Общепит перейдет на режим доставки. Динар, ну практически идентичные меры ужесточения карантина подготовили и в Акмолинской области. Уже с завтрашнего дня там ограничат выход на улицу граждан старше 65 лет. 80% госслужащих и сотрудников квазигоссектора, где в штате больше 30 человек, переведут на дистанционку. Кроме того, вводятся ограничения в работе торгово-развлекательных центров, магазинов, крытых рынков. В будни они будут работать только до 7 часов вечера, выходные вовсе закроются. То же самое касается ЦОНов, религиозных объектов.